Хуя. Крем, отходи. БТР, блин. Мы сейчас один стреляет снайперка. КМ стреляет со 120. Наоборот, давай, дом, там, мы наоборот сейчас под выстрелом прибежим. Снизу. Дома. Блять, отходим. Бля, казака ёбнули. Какой-то снаряд прилетел. Сейчас я слева пытался, справа пытался бежать, я тут, не на месте. Окей, все. Че врешь? Так что где-то на крыше сидим. Я в здании в левом. Я в восточном здании в этом, если что. Окей. Отхожу в город. КМС уже на 200, я так понимаю, враги уже бегают в здании. Калаш. Вроде нет. Это не калаш был? Да ты только стреляет, как четко увидел. Не, про то, что калаш стрелял. Ты поймешь, ну может быть твои калаш взяли. Мужики, спускайся на еще высоты обратно в город. Там уже все. Высота оставлена, там туда сейчас враг поднимется. Короче, надо сейчас будет сделать сдвиг по КВ, там казак остался с короткой. Давайте еще тогда выходим на КВ обороны, штабная КВ. Как написано оно, штабная КВ, КВ штаба. Окей, все на КВ штаба. МКС на связи. А кто это? Оборона со всеми.
КМС куда ты стреляешь, возьмут. КМС. Как заранен? Ну, я сейчас скрылся по мне. О, блять, по мне ебаш. Я лечусь.
Yeah.